Скажешь человеку, что во Вселенной 300 миллиардов звезд, и он поверит. А скажешь, что скамейка окрашена, и он обязательно потрогает, чтобы убедиться. Вот так и с женским футболом. Скажешь мужику, что бабы классно играют, а он не поверит, пока сам не посмотрит на всю эту дичь. Приветствую вас, квадратные мячи. С вами Федорович. А в этом видео вы убедитесь, что девушки – это те еще фурии в футболе. А если вы хотите смотреть мои видео на украинском языке, переходите по ссылке в описании. Бей своих, чтобы чужие боялись. Но лучше сразу бить чужих. Причем чем больше, тем лучше. А для девчонки зарядить какой-нибудь красотки в табло – это милое дело. Хотя иногда лучше засандалить и своему вратарю в чердак, особенно если это принесет гол, даже в свои ворота. Чем спелее колос риса, тем он ниже клонится к земле, а чем проще момент, тем невероятнее может быть случай. Нашедшего выход при пожаре затаптывают первым, а супернападающая всегда забивает гол. Ведь даже после кривого удара всегда есть шанс на удачный отскок. В России всегда было две беды – дураки и дороги. Но теперь появилась третья – дураки, указывающие, какой дорогой двигаться. А женщин также преследуют две беды – кривые ноги и маленькая грудь. Но для футбола это вообще не проблема. Поэтому не нужно стесняться криво бить, даже когда втроем выходите на одни пустые ворота. Или забиваете в свои. Что может быть более глупое, чем легкий удар по центру вратарю в руки? Конечно, дальнейшие действия вратаря, которая бросает мяч обратно под удар. Ну а вообще-то всем известно, что вратарь – это пол команды. Но мало кто знает, что вратариха – это ее прекрасная половинка. Поэтому отбивать мячи ей не обязательно. Все смеются с симулянта в мужском футболе, но над этой бабой-терминатором не посмеешься. Ведь она решила забить вылезшую в обратную сторону кость руками. Только когда человек в гробу, вся правда выходит в мир. А только когда прекрасная девушка входит в азарт, весь мир может увидеть, какая она в действительности жесткая сучка. То даст копняка, то массовый беспредел устроит. Может и глаза выцарапать. А особо отмороженные вообще не гнушаются любых ударов. А есть те,
кто вместо того, чтобы выбить мяч, бежит выбивать соперницу. Ну а про тех, кто готов вырывать волосы, лишь бы не проиграть, я вообще молчу. Но в женском футболе удивительные не только игроки, но и рефери. Защитница в обычном игровом моменте схватила мяч в руки в своей штрафной. И ей за это ничего не было. От слова вообще. Из двух зол нужно выбирать то, которое раньше не пробовал. А мужики всегда выбирают фото в компании дам. Правда, не каждый сможет такую фотосессию пережить. Бывает, пока прочитаешь план эвакуации, сгоришь вместе с планом. А бывает, хочешь заниматься кунг-фу, а тебя отдают на футбол. В жизни бывает даже то, что в принципе быть не может, а в спорте и подавно. Если вы не поняли, что здесь удивительного, я вам скажу, это невероятный автогол! Прекрасный цветок на вершине горы рукам недоступен, как и футбольная техника, недоступна прекрасным женским ножкам. Бывает, все идет хорошо, только мимо, а вот хорошие штрафные у девчушек тоже бывают. И даже в цель. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, когда вы стали фанатом женского футбола. А если вы хотите смотреть мои видео на украинском языке, подписывайтесь на второй канал по ссылке в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Пика! Раз, два, три. Это биомеханика эффективных движений. Ее знать надо. Как бы не отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хоба, хоба, хоба. Вот так. Да. Квадрат одна, да? На дистанции. Короче, я вот что делаю? Хлопаю, вырываю ключицы, это ключицы, выбиваю голос. То есть вот так вот это выглядело. Обмазывающий стиль. Отжимы. Атака слева. Атака справа. Атака слева. Атака справа. Это называется лебедь. Наше упражнение, секретный комплекс упражнений по левитации. Старайтесь эти упражнения, значит, не светить нигде. Шарики солнечные. Ставил. Какой идиот будет вот так вот на раз идти? Нет, в атаке на бегу, да. Вот я стою на дистанции. Успевайте. Успевайте. Успели? Хоть один раз из десяти. Ничего не успеваете, это убито.